Уважаемый покупатель, вашему вниманию предлагается замечательная пятикомнатная квартира на втором этаже трехэтажного дома. Квартира расположена на втором барском этаже в красивом и представительном особняке 19 века, архитектором которого является Василий Федорович фон Гейгер. С 1874 по 1883 год Василий Федорович являлся городским архитектором Санкт-Петербурга. Фасад дома отремонтирован, вход с чистого зеленого двора. Из окон открывается уникальный вид на Неву, мост Александра Невского и красивое здание Банка Санкт-Петербург на другой стороне реки. Вид потрясающий. Высота потолка в квартире около 4,5 метров. Выполнена чистовая отделка, выровнены стены, на потолке гипсовая лепнина. Дом удален от проезжей части, благодаря чему в квартире тихо и уютно. Парковка во дворе, рядом платная автостоянка. Площадь Александра Невского и одноименная станция метро в 7 минутах ходьбы неспешным шагом. Вся инфраструктура там же. Более подробную информацию вы можете получить по телефону 8-921-943-59-54. Ваш консультант Степанов Михайлович.